Ты взял вину мою, и ты понес
что ты мне дал. Иисус, спасибо за все, что ты мне дал. Жертвою был славный царь, что смерть победил. Славный агнец жертвою был, славный царь, что смерть победил. Славный агнец жертвою был, славный царь, что смерть победил. Славный агнец жертвою был, славный царь, что смерть славный агнец, славный агнец жертвою был, славный царь, что смерть победил. Славный агнец жертвою был, славный царь, что смерть твою быть. Славный царь, что смерть победил. Славный агнец жертвою был. Славный царь, что смерть победил. Славный агнец жертвою был. Славный царь, что смерть победил. Чудесно благодать. Любовь, что не предаст. Любовь, что не предаст. Ты взял вину мою. Ты понес мой крест. Ты жизнь свою отдал. Чтоб я свободу знал. Иисус, спасибо за все, что ты мне дал. Чудесно благодать, любовь, что не предаст. Ты взял вину мою, и ты понес мой крест. Ты жизнь свою отдал, чтоб я свободу знал. Чудесно благодать, любовь, что не предаст. Ты взял вину мою, и ты понес мой крест. Ты жизнь свою отдал, чтоб я свободу знал. Что ты мне дал. Чудесно благодать, любовь, что не предаст. Ты взял вину мою, и понес мой крест. Спасибо за то, что ты сделал это ради нашей свободы. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус.
превыше греха. Ты превыше всякой болезни. Твое имя над всем. Спасибо тебе, Господь, за то, что каждого, кто сражается с грехом, Господь, ты уже искупил. Спасибо тебе за то, что твоя кровь, она покрывает каждого из нас. Спасибо тебе за то, что есть... За то, что есть Твоя благодать, за то, что есть Твоя исцеляющая сила, за то, что есть Твое покрытие. Спасибо Тебе за то, что мы находимся в Тебе в безопасном месте. Спасибо Тебе за любовь, которая не предаст, которая не оставит. Спасибо Тебе за то, что Ты наш Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты наш Целитель. Спасибо Тебе за Твою милость. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе.
лишь мир мой в руке, все возможно. Что ты все сделал еще до того, как мы пришли к тебе. Ты все сделал еще до того, как мы обратились к тебе за помощью. Ты все сделал еще до того, как мы вообще решили как-то воздать тебе чем-то. Мы благодарим тебя за то, что все свершилось. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, что ты здесь. В
видим мы Тебя или не видим, Ты здесь, это факт. И мы благодарим Тебя, что здесь Твое Царство. И пусть свершится Твоя воля и Твои планы на этом месте. Наша молитва сегодня, я призываю вас молиться об этом, чтобы планы Божьи сбылись здесь. Просите Господа, пусть, Господь, Твоя воля свершится здесь. Господь, мы пришли не еще на одно служение, мы пришли на встречу с Тобой. Мы пришли, чтобы преобразилась наша жизнь, и через нас преобразился мир, который вокруг нас. Пусть произойдет эта встреча. Пусть произойдет эта встреча с Твоим Духом и с Твоей силой. Мы просим, чтобы Твоя воля свершилась на сегодняшний день для этого собрания и для каждого человека, кто пришел сюда по Твоей воле и по Твоим водительствам. Мы благословляем Твою руку, которая двигается здесь. Мы благословляем все Твои планы, которые есть на этот день. И мы смиряемся перед Твоим расписанием, смиряемся перед Твоими планами, и мы говорим Тебе снова и снова, продолжай делать то, что Тебе нравится. Продолжай, Господь, простирать Свою руку и совершать чудеса и знамения через имя Твоего Сына Иисуса Христа. Продолжай. Продолжай выворачивать нас наизнанку, вычищать и приводить нас в правильное состояние. Продолжай. Продолжай, мы просим Тебя, продолжай. Я чувствую, что сейчас время помолиться об исцелении. Мы потом еще будем поклоняться Господу, но прямо сейчас Царство Божие, оно здесь, и пусть сейчас оно расшириться, продвинется туда, где еще осталась какая-то тьма. Пусть оно просияет туда, там, где есть какой-то еще, знаете, какая-то тьма скопилась, где есть что-то, что еще скрыто от Бога, пусть туда просияет Царство. Давайте попросим вместе, давайте немножко помолимся, просите, чтобы Царство Божие пришло, потому что это абсолютная власть. Его царство – это абсолютное подчинение всякого творения тому, кто царствует. Когда его царство спускается, расширяется, то любое другое царство, демоническое, то ли человеческое, оно отходит на задний план, оно потесняется, потому что его царство очень мощное. Просите, пусть его царство придет. На одной из конференций Человек Божий сказал, поднимите свои руки вверх и просите, чтобы Царство Божие прикоснулось к вас. И многие люди получили невероятные чудеса, невероятные исцеления. Просите, чтобы его Царство, оно коснулось вас сегодня. Вам не нужно прикосновение человека, мы будем о вас молиться, но вам нужно прикосновение его Царства. Вам нужно прикосновение того, кто больше всех. Просите, просите, не молчите, просите. Господь, пусть Твое Царство коснется моего тела, моей жизни. Пусть Твое Царство прикоснется меня. Пусть Твое Царство придет больше. Мы просим, Отец, пусть Твое Царство придет больше и расширит всякие границы, всякие стеснения, всякие барьеры. Пусть Твое Царство проникнет и расширит всякие крепости. Всякие сооружения врага пусть будут расширены и разрушены посредством Твоего Царства. Пусть Твое Царство придет. Пусть Твое Царство придет. Мы признаем, что Ты великий Целитель. Мы признаем, что Ты великий Освободитель. Мы признаем, что этот Твой перст прикасается и приходит изволение, очищение, исцеление, пусть Твое Царство приходит. Мы провозглашаем Тебя царем, царем этого места, царем наших тел во имя Иисуса Христа. Пусть Твое Царство
приходит и расширится в этом месте. Принимайте исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю Его исцеляющую силу прямо сейчас. Я высвобождаю силу восстанавливающую, воскресающую, силу творящую прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я призываю эту силу, чтобы она пришла на каждое ваше тело во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я пленяю во имя Иисуса Христа всякую причину болезни и немощи. Сейчас я пленяю во имя Иисуса всякую немощь, всякую болезнь. Я лишаю тебя силы. Я разрушаю всякий диагноз, поставленный людьми. Во имя Иисуса пусть это будет разрушено. И пусть сила воскресения сойдет в ваше тело. Положите свою руку на свое тело, там, где вам нужно чудо. Пусть сила воскресения сойдет на каждое тело. Я высвобождаю эту силу прямо сейчас. Господь, я благодарю Тебя за силу воскресения. Я благодарю Тебя за силу, которая воскресила Иисуса из мертвых. Она здесь. И я благодарю Тебя, что Ты продолжаешь творить. Я благодарю Тебя, что происходит исцеление прямо сейчас. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Пусть Твое царство опускается, пусть Твое царство проникает. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса будьте исцелены. Во имя Иисуса будьте очищены. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, спасибо. Если вам тяжело, давайте помолимся друг о друге, потому что в наших руках есть сила. Это безопасное место. Спросите человека, кто рядом, можно ли о нем помолиться. Если человек не против, помолитесь. Возложите свою руку и спросите, что вы хотели бы от Господа. Можно я помолюсь о вас? Господь, я прошу Тебя, используй руки каждого человека сейчас для исцеления. Это безопасное место, не бойтесь, здесь ангелы Божьи, здесь сила Божья, вы можете смело молиться, вы можете смело провозглашать. Спросите, что бы вы хотели от Господа, могу я помолиться о вас? И не стесняйтесь, просто скажите, что вам нужно. Если вы стоите сами, можете сдвинуться с вашего места, подойти к тому, кто тоже сам, и попросить, чтобы о вас помолились. Во имя Иисуса, пусть Твоя рука, Господь, избавляет от болезни. Пусть всякое дело дьявола будет разрушено. Сейчас во имя Иисуса. Сейчас во имя Иисуса. Я разрушаю всякое дело дьявола. Сейчас во имя Иисуса. Я разрушаю всякое дело дьявола. Сила Божья. Сила Божья. Сила Божья. Сила Божья на этом месте. И поменяйтесь местами. Если вы помолились о ком-то, у вас есть также возможность попросить, чтобы о вас помолились. Попросите, пусть о вас также помолятся. Господь, мы призываем Твой перст. Прикасайся каждого человека. Используйте этот шанс. Используйте. Не ждите исцеления удобным для вас способом. Принимайте исцеление способом Божьим и в правильное Божье время. Его слово говорит, что возложите руки на больных, они будут здоровы. В этом обещании больше оснований, чтобы вы исцелились, чем в каком-то другом. Просто возлагайте руки с верой и доверяйте Богу, что Он это совершит. Если на вас возлагают руки, не переживайте о том человеке, кто о вас молится. Это между вами и Богом. Вы доверяете Его Слову, и Его Слово сработает в вашей жизни. Если вы верите, что возложенная рука на вас, она будет этой точкой контакта, после которой вы получите свое чудо. Это между вами и Богом. Просто принимайте. Во имя Иисуса.
да исполнится Твое Слово. И оно исполнится сегодня. Спасибо, что больные исцеляются, Господь. Спасибо, что болезни уходят. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Молитесь, молитесь. Я слышу, что у кого-то артерия исцеляется. Сонная артерия исцеляется. У вас какая-то проблема с сонной артерией, правая сторона. Это в вашей шее. Прямо сейчас там происходит исцеление. Господь, спасибо, что она очищается. Спасибо, что уходит этот спазм, этот тромб. Спасибо, что приходит полное исцеление. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. У человека сильная боль в глазном яблоке, внутри. Получайте исцеление во имя Иисуса. Это уходит. Это уходит из вашей жизни. Вы получаете сегодня полное исцеление. Просто берите это, благодарите Бога за это. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Я вижу у кого-то в кости шурупы. Прямо сейчас я провозглашаю, чтобы эти шурупы растворились. Прямо сейчас я провозглашаю, чтобы появились новые фрагменты кости, чтобы во имя Иисуса, там, где есть какое-то отверстие, там, где был какой-то инородный предмет, вместо этого предмета я провозглашаю здоровую ткань, костную ткань. Во имя Иисуса получите свое чудо. И все люди, кто имеет имплантанты, во имя Иисуса Христа, я высвобождаю для вас силу сотворения. Я прямо сейчас высвобождаю силу сотворения. Если вам нужно такое чудо, говорите, я принимаю силу сотворения прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я объявляю, вместо всякого имплантанта пусть появится тело. Пусть появится часть тела, вместо которой был вставлен имплантант. Я говорю и о ваших устах, и о вашем теле, и о ваших суставах во имя Иисуса. Я говорю о глазах. Кому также делали операцию, у кого искусственный хрусталик, я говорю во имя Иисуса. Новый, здоровый хрусталик. Хрусталик человеческий во имя Иисуса пусть появится. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю. У кого из вас были вставлены артерии, была операция на сердце, прямо сейчас во имя Иисуса я провозглашаю новые артерии и никаких рубцов. Я сказал, никаких рубцов. Во имя Иисуса полное заживление и отличная работа всех артерий сердца. Во имя Иисуса Христа будьте исцелены. Я высвобождаю чудеса сотворения. У кого испорченные ногти, побитые ногти, прямо сейчас получите чудо во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Новая ткань пусть появится. И я провозглашаю, Господь, очищение во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Кирабаши кераласея, рабадея, шикрасастея. Кирабаши. Просто поднимите Господу свои руки. Давайте еще минутку буквально примем Его царство. Знаете, мы не упрашиваем Его, чтобы Он нас исцелил. Мы лишь создаем условия, чтобы принять то, что нам и так принадлежит. Мы не можем Его растрогать сегодня чем-то особенным. Вот сделать что-то, на что Он скажет, ну хорошо, вы меня убедили. Его убедила жертва Иисуса Христа. Его убедила жертва, которая была на кресте. Это Его Сын, который понес ваши грехи. И если мы исцелились Его ранами, то мы больше не покупаем снова это. Мы лишь создаем условия для нашей веры, чтобы принять. Поэтому расслабьтесь и принимайте исцеление, которое нам даровано. И когда-то тебе Джошуа научил хорошие вещи меня. Он сказал, исцеление приходит не потому, как ты взываешь, а потому, как ты принимаешь. Просто принимайте, благодарите Иисуса. Если у кого-то из вас какой-то тромб в правой ноге, внутри, выше колена, то просто говорите, Господь, я благодарю Тебя, что сейчас происходит исцеление моей вены. Сейчас этот тромб рассасывается. Принятие благодарения – это лучшее проявление веры, чем просто крик и возгласы. Благодарите, исповедуя Его Слово. Делайте это сейчас, потому что мы здесь,
не потому, чтобы послушать, мы здесь, чтобы принять, мы здесь, чтобы пережить, мы здесь, чтобы уйти спасенным, исцеленным, освобожденным. Благодарите Бога, говорите, Господь, я благодарю Тебя сейчас, что та боль в правом боку, это не аппендицит. Я просто говорю конкретным людям, у кого есть какая-то проблема. Но не слушайте это, говорите что-то свое, что у вас. Благодарю Тебя, Господь, что это уходит, а глаукома уходит прямо сейчас. Благодарю Тебя, что мой кишечник исцеляется. Благодарю Тебя, что боль в паху уходит. Благодарю Тебя. Благодарю, что мои кости больше не будут болеть, потому что сейчас мои кости обновляются. Благодарите. Благодарение – это наивысшая форма веры. Потому что ты веришь, и ты благодаришь. Иногда наша молитва выглядит как борьба. Это еще не значит, что это вера. Но если наша молитва выглядит как благодарение, это очень хороший показатель, что вы верите. Спасибо, Господь, что сегодня здесь происходят чудеса. И в течение всего этого дня будут происходить чудеса. Будем мы молиться или нет, Твоя сила, которая здесь, она будет совершать то, что Ты предопределил. Мы благодарим Тебя, что сегодня люди получат исцеление от смертных заболеваний. Сегодня раковые опухоли, они просто перестанут больше жить и развиваться. Благодарим Тебя, что сегодня многие-многие болезни, они потеряют всякую силу. Во имя Иисуса. Давайте еще прославим Господа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И Господь, я прошу Тебя в течение всего дня, я прошу Тебя, Ты слышишь зов Твоих дочерей и сыновей, которые приходят к Тебе для того, чтобы получить драгоценное чудо. И мы ходатайствуем, пусть это произойдет сегодня. Мы ходатайствуем, пусть это отставит окончательно каждого человека. Если вам еще не трудно, скажи человеку, который рядом стоит, я тебя благословляю, чтобы сегодня ты получил чудо. Я благословляю, чтобы сегодня чудо произошло в твоей жизни. Я благословляю, чтобы сила всемогущего Бога, она коснулась тебя сегодня. Я благословляю тебя. Ты даешь радость мне.
Yeah.
Это очень важное помазание. Очень много людей имеют очень хорошее желание, у них очень открытое сердце, чтобы иметь помазание такого уровня, чтобы большее количество людей исцелялось, чтобы больше происходило чудес. И очень здорово за это большое желание. Можно потратить много лет, много десятков лет, чтобы перейти на новый уровень действия Божьей силы. То, что многие называют помазанием. И часто люди для этого ищут какое-то слово. Они ищут какое-то послание. Они пытаются посетить какие-то конференции, и они пытаются найти какие-то ответы в книгах помазанников.
И, кстати, там можно найти что-то. Во всех перечисленных способах, которые я, и местах, которые я перечислил, есть быстрее путь. И пока звучала эта песня, я почувствовал, что нужно об этом сказать. Однажды я получил откровение, что не учение само по себе делает тебя успешным в силовом служении, там, где происходят чудеса. Однажды мне рассказывали одну историю, которая, ну, знаете, заслуживает пристального внимания. Я буду сейчас молиться за определенных людей. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали меня и сделали какие-то выводы. Была одна церковь, это реальная история, где вообще не принимают исцеления, где вообще учение противоположное. То есть там нельзя было ждать, что есть какое-то основание или что оно будет заложено в людей, чтобы какие-то сверхъестественные вещи происходили. Но там две женщины, они очень сильно хотели молиться за людей. И так как это не было учением церкви, пастор, чтобы они отстали от него, сказал: ну идите где-нибудь туда, молитесь подальше, только не в церкви, потому что у нас нет такого здесь понимания и откровения. И они: хорошо, мы будем там молиться, ходить за больных в разных местах. Одна только просьба к вам. Можно мы будем свидетельство бросать в коробочку для свидетельств? Да, конечно, бросайте. И у них эта коробочка стояла, пустая, ее там годами не открывали никогда, потому что не было никаких чудес, никаких свидетельств. Коробочка благодарения такое практикуется, да, в церквях есть. И вот эти женщины пошли, и прошло 30 дней, они пастору подходят и говорят: пастор, ну вы там заглядывали в коробочку? Да не, что не заглядывать, она пустая все время. Ну, вы загляньте, загляньте. Ну, хорошо. И, ну, это было на служении. И после служения он взял коробочку, открыл. Она была полная записок. Он начал читать. И там же за коробочкой он опустился на колени и начал плакать. Там было, не помните, сколько точно, но там или 60, или сколько-то, то есть окончательных, полных исцеления от рака. Около 100, меня подсказывают, около 100. И он на следующее служение их вызвал, говорит: расскажите, что вы делали? Да просто мы ходили по больнице, людям предлагали, что мы можем помолиться о вас, и все. Я хочу, чтобы вы что-то услышали. Эти люди не проходили школы исцеления. Эти люди просто имели желание послужить людям. Я в этой истории нашел, и это для меня послужило, ну, в моей жизни правильным стимулом для поиска большей силы. Нежелание узнать какой-то секрет, какую-то информацию делает тебя более успешным. И не какая-то информация делает тебя успешным, а фактическое служение людям. Почему мы здесь так поощряем вас соединяться с кем-то, кто идет, и идти вместе с ними и делать? Ну, иногда сам не пойдешь, но другие идут, и с ними легче пойти. Почему мы вас поощряем, ну вот, возлагайте руки на друг друга? Почему мы вас поощряем, приходите до служения, молитесь? Почему мы поощряем все эти и подобные вещи делать? Да потому что это ключ. Это ключ к освобождению силы. Потому что Бога не нужно ничем впечатлять, чтобы Он начал вас использовать. Он впечатлен вами. Вы его дети. И мы уже, чтобы перед ним не станцевали, но мы не сделаем что-то большее для Бога, чтобы он сказал: ну теперь вы меня растрогали. То есть достаточно. Достаточно. Его впечатлил Иисус. Его впечатлил его Сын, заплатил за все, и двери открылись. Для силы, для помазания, для вашего движения, для всего двери открыты. И теперь вопрос в другом. Бог говорит: кто пойдет? Кто встанет с этих сидений
на которых мы учимся, кто встанет с этих... Я не против учебных заведений. Я сейчас другую сторону вам говорю. Он, кто пойдет к ним, тот получит. Я хочу совершить молитву за некоторых из вас. Я сделал очень специфичный призыв. Когда-то я вышел на такой призыв. Это очень опасный призыв. Я был на одной конференции, и там говорили об апостолах, о пророках. Знаете, ну мы там сидели такие все. Ждали момента. Но, когда нас вызовут, и рассказывали о том, как хорошо быть пророком, апостолом, и говорили, и Бог это делает, и вы эти люди, и мы будем сейчас высвобождать вас. И мы сидели, ну как вам сказать, как вот есть машина, которая вот-вот хочет стартовать, и она газует, шумит, гудит, и вот-вот она сорвется с места. И вот мы сидели там и вот ждали этого момента. И потом спикер сказал такую интересную вещь. Говорит, ну я тебе скажу вам самое главное. Если вы не готовы будете заплатить цену, не чтобы получить это служение, а цену в этом служении. Если вы не согласны на эту цену, Бог не высвободит вас в это служение. И Он просто знает сердце каждого человека, способен ли он платить цену, которую потребуется заплатить, неся то служение. И мы слушали, думаю, какая цена, какая цена, какая цена? Ну, какая цена? Скажите, мы это сделаем, только скажите. Возможно, вы тоже думаете, какая цена? Это говорил человек, который возглавляет ассоциацию служителей исцеления по всему миру. Если скажу его имя, вы все его знаете, знали, во всяком случае, или слышали его проповеди. И он сказал, что это за цена. Это нести скорбь за тех людей, которые уходят в служение неисцеленные, неосвобожденные, которые умирают после ваших молитв, которые так и не получают просимого, на котором вы брали посты, молитвы, за которых вы плакали, сидели, молились, и они уходят, не получив чуда. И он сказал, друзья, вот это самая большая ноша, которую только мне приходилось нести. И он сказал, это самое большое бремя, которое мне приходилось когда-либо вообще сносить в моей жизни. Тяжелее этого бремени не существует. Нам кажется, что дьявол – это бремя, демоны, какие-то там, не знаю, семейные проблемы. Это самая большая тяжесть, которая может быть. Я понимаю, некоторые из вас не понимают, о чем я говорю, только по той причине, потому что вы еще так много не служили. Но... Знаете, Бог нас призывает в очень большое служение. Я не говорю вам сейчас, что мы снимем зал большой, туда набьем много людей и скажем, мы сделали большое служение. Бог для нас приготовил не только Киев, но и разные области. Для каждого из вас, чтобы пойти к тем людям, которым другие не ходили. А если ходили, что-то не работало, то вы пойдете и будет работать. То есть вы должны просто будете пойти дать им жизнь. Это ваша миссия. Это потому вы здесь, потому вы слышите эти послания, потому вы приходите каждое воскресенье или субботу. Вы просто учитесь в этой школе Святого Духа, чтобы получить что-то большее. Я возвращаюсь к этой цене. Я хочу совершить молитву. Знаете, когда этот пастор, этот международный евангелист, он делал призыв, я был на этом служении, то когда он только говорил о том, что сейчас будут высвобождать, то уже люди все встали на свои места. Я смотрю, ашеры держали в проходах людей, потому что они все готовы лежать были возле сцены. Но потом он сказал, а теперь все сядьте и хорошо подумайте над тем, что я сказал. Готовы ли будете заплатить, нести это бремя? И, конечно, то, что мы скажем, да или нет, это еще не значит, что так оно и есть. Мы иногда очень самонадеянны в наших сердцах. Но я тоже вас прошу сейчас, задумайтесь, над тем, какая это цена. Я помню служение, где исцелялись очень многие люди. Я их лиц не помню, многих. Ну, разве что, которые мы на видео сняли. Я до сих пор помню тех людей, за кого я молился, которые умерли. Я до сих пор ношу
Не думайте, что я просто неисцеленное сердце у меня. Это совсем другое. Это причина, почему, знаете, Бог не торгует помазанием просто так, ну, как за что-то. Ты как бы там что-то сделал, ну хорошо, ну заплатил, надо дать тебе. Это причина, почему Бог, Он работает с нашим сердцем и пытается сделать все, чтобы наше сердце, оно было готово к этому. То есть Бог не просит нас цены, чтобы получить чаще всего, но цены, чтобы мы понесли это дальше, чтобы это удержать, чтобы в этом двигаться. Подумайте, если вы действительно готовы, я вас хочу призвать, потому что за меня была совершена та молитва. Знаете, я пережил на себе этот вес и это бремя. И поверьте, иногда приходишь в служение, и действительно было много чудес. Ты говорил какие-то слова знания, что-то работает. Вот. Ну, только что сестричка сказала, пастор, было слово знания, что артерия уменьшилась. У меня в два раза уменьшилась артерия прямо сейчас. Знаете, можно действительно жить вот этими вещами, но потом среди недели ты узнаешь, какой это человек, где-то там за кого-то молились, и он умер. Он так и не получил чудо. И ты понимаешь, ну подожди, не надо типа в крайности бросаться. Произошло уже тысячи исцелений. Там, не бросайся в крайности. Вот это та цена, которую ты не можешь. Ты не можешь ее не платить. Ты не можешь это выбросить. Ты не можешь сказать, да, это не важно мне. Если действительно Бог через тебя действует, ты не сможешь игнорировать этих людей. Если Бог действительно через тебя действует, ты не сможешь так вот поесть, вытерти и сказал, там мне все равно, что они погибают. О, друзья, и вот это вот то, что Бог хочет видеть в нашем сердце, что мы хотим не просто служить, мы хотим помочь людям. И нас они действительно интересуют. А мы действительно за них переживаем. Он не просит нас умирать за них, но Он просто говорит, вы готовы? Вы готовы стоять над ними? Да. Вы готовы до конца стоять? Да. Вы готовы? Да. Вы готовы потом, если ничего не получится, снова идти к другим таким же людям и снова стоять? Вы готовы? И вот на этом моменте часть людей ломается. Именно на этом моменте. То есть они готовы еще стоять до того момента, пока ты сражаешься, но потом одна, вторая, третья неудача. И многие люди попадают в депрессию и говорят, где Бог, где сила, где помазание, что случилось, может, согрешил. И Бог ждет, чтобы мы после этого момента снова пошли. Снова пошли, снова пошли. Я помню, у меня был такой случай один, ну, неудачный, воскрешение из мертвых. Ну, как неудачный, не воскрес человек. Это не первый раз, когда я молился, но я помню, тот случай, он настолько меня выбил из колеи. Но это было в начале, на заре моего христианского возрастания. Но настолько меня это выбило, что потом ко мне приглашали на похороны дальше. Я большинство раз говорил, не хочу. Я там так наплакался тот раз, я так настрадался. Там просто за мальчика мы молились. У него раковая опухоль настолько голову повредила, что у него была вот такая голова, у него глаза вылезли, у него все повылазило, и он лежал просто живой труп. И мы за него ходили целый месяц, каждый день. Посты брали, молитвы, что только не делали. И в один день, знаете, что произошло? Он перестал говорить, вообще все перестала любая реакция, потому что опухоль повредила все части его мозга, он просто был как живой труп, дышал только. И, знаете, однажды мы за него молились, и он встал, сел на кровать и сказал, не переживайте за меня, у меня все будет хорошо. Я видел Иисуса. И Он меня ждет на небесах. Мы в шоке были. С ребенком, который уже много месяцев не говорил, у него повреждены просто уже и все эти нервы, которые отвечают за разговор. И обратно лег. Мы думали, ну слава Богу, исцеление пройдет. То есть мы думали, все, он исцелился. То есть мы там такие счастливые ликовали с ребятами. На следующий день он уходит к Господу. И мы приходим как раз, и он лежит теплый еще, представляете? То есть мы приходим за него помолиться, а он теплый. То есть он только-только отошел. И мы на него набросились, думаем, ну еще теплый, то есть надо как бы хватать. И мы что только ему не делали. Мы его там его и дыхание делали, и трясли его, и там и плакали, и кричали. И я до сих пор помню этот момент. Мы выходили с этого дома, смотрели в глаза его родителям. И, ну, все. Мы сказали, мы сделали все, что мы могли. Так вот, призыв. Тема нашего сегодняшнего служения называется «Великое предназначение». Знаете, в чем это великое предназначение?
том, чтобы согласиться на вот эту неблагодарную работу. Идти к людям, которые иногда не хотят, чтобы ты за них молился. Служить там, где другие не хотят служить. Идти в те места, где тебя выгоняют. Молиться за людей, а потом тебя обвиняют, что ты еще вред какой-то сделал. Сколько раз у нас были такие ситуации? Молишься за человека. Все хорошо. Что-то чуть-чуть плохо. Родственники на тебя ополчаются. Говорят, это вы то, что помолились. Это вы все испортили. И хуже всего, когда кто-то не исцеляется, не исцеляется, не исцеляется. Мой призыв сейчас. Подумайте хорошо. Хотите ли вы такое служение? Вот я хочу вас помолиться, возложить свои руки, потому что я вышел когда-то на ту молитву. Это была опасная молитва. Это была молитва, был призыв. Если вы готовы взять это бремя, Бог даст вам это бремя. Но хочу, чтобы вы сейчас поняли. Мы не молимся сейчас, чтобы Бог дал нам бремя. Мы просто молимся о смелости взять этот труд, эту работу, которую Бог доверяет нам. Мы просто Богу говорим, Господь, мы действительно осознаем, что это не будет просто веселье. Это не будет просто сплошные победы. Это не будет просто вот все так сладенькое и сладенькое. Это будут такие горькие дни. Это иногда будут такие разочарования. Скажешь, пастор, ты не ожидаешь нашу веру. Ну, это не похоже. Друзья, я вам открываю реальность того, что значит ходить в помазании, ходить в силе. Когда ты разговаривал с одним помазанником, которого знает сегодня вся эта страна, и он говорит, Дима, слушай, давай с тобой как-то дружить вместе, поддерживать отношения. Я говорю, да у тебя, говорю, друзей тут полстраны. Он говорит, да ты даже не представляешь. Говорит, я как этот отшельник, на меня все ополчились вокруг, все против меня. Я говорю, да не может быть, у тебя такие чудеса происходят. Он говорит, да тут все против меня, говорит, да со мной никто разговаривать даже не хочет. Это тебе так кажется, ты видишь меня, говорит, по телевизору, я там в пиджачке. Говорит, я как один, говорит. Особенно, когда, говорит, в столицу переехал, вообще. Как будто весь ад на меня ополчился. Я его сначала не понял, а потом, знаете, я как-то вот тоже столкнулся с этой реальностью. Многие люди, которые простые, они хотят людям Божьим руку пожать, хотят рядом с ними постоять. Но другие люди, они ничего общего не хотят иметь с такими людьми. Они говорят, нам вообще не интересно то, чем вы занимаетесь. Все эти ваши там исцеления, освобождения, вы вообще неправильно делаете. Вы людей только настраиваете на исцеление, на чудеса, вы должны истину учить. Ну и начинаются вот эти все, знаете, вот карусель начинается. Хорошо. Те из вас, кто желает войти в большое служение, для этого не нужно ничего особенного. Нужно ваше согласие на вот эту цену. Нужно ваше согласие на то, что действительно это будет тяжело. Я вам говорю правду. И Бог, Он поведет вас действительно к таким людям и даст вам очень много. Вы можете выходить вперед, если вы такой человек, но подумайте хорошо. Я еще раз делаю корректировку. Я не призываю вас на страдания. Я не собираюсь освобождать вашу жизнь страдания. Нам и так хватает страданий. Я здесь, чтобы сказать вам, предназначение для нашей жизни намного больше, чем просто обучаться. Предназначение для нашей жизни намного больше, чем помолиться просто за человека в собрании. Предназначение над нашей жизнью намного могущественнее. Бог готов дать тысячи каждому из вас. И это не значит собирать стадионы. Кому-то нужно будет стадионы собирать. Это не в том смысл. А Бог готов вас повести к большому количеству людей. И Он смотрит на ваше сердце. Он когда-то Он спрашивал, кто пойдет и заступится за мой народ. И в принципе Он уже имел в виду человека Божьего, который стоял уже перед Ним. Но Он ждал, когда пророк скажет, я Господь, я пойду. И вот Бог, зная, какую придется цену платить, Он часто обращается через людей Божьих. Готов ли ты, сынок? Готова ли ты, дочь, заплатить эту цену? Готов ли ты не сломаться после первой неудачи? Готов ли ты, увидя, как человек умер,
умер, снова идти и делать, не роптать. Готов ли ты идти в ту больницу или в то место заключения, или еще куда-то, если тебя выгнали оттуда, готов ли ты с другого входа зайти? Готов ли ты смириться, если тебя будут обвинять, что ты помолился за человека, и он умер? Готов ли ты снести это? Если вы готовы, то вы получите от Бога силу для большего. Господь, я сейчас хочу молиться, я хочу возложить свои руки на Твоих слуг. И, Господь, дай нам всем милости в смирении пройти это служение, пронести эту ношу. Я прошу милости в смирении пройти это служение, не оступиться, не уйти назад, не огорчиться. Я прошу милости пройти в смирении это служение, снести эти плевки, снести этих неблагодарных людей, которые будут обвинять, снести разговоры и клевету религиозных людей. Я прошу милости пройти в смирении это служение. И Господь, я хочу возложить руки на каждого человека, кто вышел, и я прошу Тебя, чтобы Ты поставил для каждого человека свою дистанцию, которую нужно будет пробежать, и повел в нужные места, в нужное время во имя Иисуса Христа. Закройте, пожалуйста, ваши глаза, держите руки перед Господом. Я быстро пробегу, положу на вас руки, вам не нужно ничего чувствовать. Я просто как Божий человек хочу высвободить вас, как когда-то высвободили меня. Пусть эти печати будут на них, что это люди Божьи. Боже, пошли их к тысячам. Пошли их к тысячам, Господь. Если я за вас помолился, не уходите, стойте, принимайте. Во имя Иисуса. Я вернусь к вам еще. Это между вами и Богом. Это между вами и Богом. Закройте ваши глаза и просто принимайте от Него. Господь, вот Твои делатели, вот Твоя армия. Армия, у которой духовное оружие. Вы стоите? Нет? Господь, вот Твои воины. Вот Твой народ. Не бойтесь, я вам прическу попорчу. Это стоит того. Во имя Иисуса. Будьте смелыми. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Видя, когда что-то не получается, не сдавайтесь. Не берите на свой счет эти неудачи. Просто встаньте, разозлитесь на дьявола и скажите: я это сделаю. Я это сделаю все равно. Ты забрал этого человека. Я за сотню буду молиться еще.
Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. И сносите эти страдания, как доблестные воины Иисуса Христа. Знаете, иногда мы рассчитываем, что это будут страдания от каких-то там властей, еще от кого-то. Это также страдания, когда ты видишь, люди, они стояли, но не получили. Что они не получили того, о чем ты так молился. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я говорю им, не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Если у вас что-то было такое подобное в жизни, говорите Господу, Господь, я больше не буду идти назад, я больше не буду отходить. Во имя Иисуса. И нужно будет пропустить потом людей, за кого еще не молился, вперед, хорошо? Во имя Иисуса. Можно еще один ряд стоять, хорошо? Тех, за кого еще не молились, можете еще в первый ряд встать? Если мы за вас помолились, просто тихонечко можете назад отойти. Или можете уже сесть даже. Просто оставайтесь в присутствии Господа. Во имя Иисуса. Господь, я высвобождаю, я высвобождаю. Я высвобождаюсь сегодня. Есть предназначение над нашей жизнью. Есть предназначение для нас. Есть предназначение. И это больше, чем сидеть и обучаться. Это больше, чем просто посещать собрания. Это больше. Это больше. Бог призывает нас к большому служению. Бог призывает тебя к большому служению. Не думай о какой-то маленькой группе, о маленьком служении. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Боже, дай милость проходить в смирении это служение. Дай милость проходить в смирении это служение. Не остановиться, не сломаться, не опустить рук. Дай милость. Я прошу о милости. Я прошу о милости. Будьте готовы. Будьте готовы, что вы встретите вызовы. Но не бойтесь, Иисус тоже встречал вызовы. Знаете, мы не можем христианство сделать просто сладкой конфетой и обманывать. Настоящее служение, оно бросает вызовы. Но пусть Бог даст нам благодать, даст нам милость пройти в смирение эти вызовы. Если вам нужно было играть, но вы тоже имеете это огромное желание, Господь, коснись там. Коснись их там на сцене. И поставь на них свою печать во имя Иисуса. Ты еще? Спасибо, Господь. Можно мне кафедру, пожалуйста?
есть эмоции, есть реальность. И ну, мы можем просто как-то зажечь людей, сказать, убегайте все, завтра все изменится. Но мы говорим вам правду. Вы столкнетесь с вот этим давлением, оно неизбежно. И мы должны быть готовы. И как только мы скажем Богу, мы готовы, и действительно мы внутри смиримся пройти это, то мы получим больше. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу славу. Господь продолжает исцелять. Просто принимайте, если вы на себе будете чувствовать какое-то прикосновение, то это не просто какое-то. Это вас касается Дух Святой, значит, вы что-то получаете. Откуда мы это знаем? Мы просто доверяем нашему Господу, что Он действует не по нашему расписанию и не по тому, как мы объявляем. То есть Он не руководствуется тем, что мы должны объявить. Сейчас Бог исцеляет, тогда Он, ну, спасибо. Он есть Бог, Он здесь хозяин. И то, что вы здесь есть Божьи ангелы, и здесь есть план Божий. Кто-то ходатайствовал, молился и постился за это служение, для того, чтобы вы получили чудо. И Иисус заплатил цену, чтобы это чудо свершилось. Поэтому наслаждайтесь, принимайте, и будьте чувствительны и отзывчивы, и откликайтесь на всякие духовные действия. Я всегда учу людей, если вы почувствовали, что-то происходит, что-то здесь, в этой части, вы чувствуете, происходит прямо сейчас, вот в этой части. Вы должны понимать, там происходит исцеление сейчас. То есть в эти моменты самое лучшее, что можно сделать, Господь, благодарю Тебя, Ты это делаешь, о, я беру это. Мы должны оказать прием Его силе. Не отталкивать Его силу, и не игнорировать, а принимать. Я хочу поприветствовать также людей, которые издалека приехали к нам сегодня. Вот. Меня всегда Господь учит благословлять людей, которые преодолевают цены, чтобы издали приехать. У нас сегодня с Черновицкой области есть люди. Помогайте своими руками, кто есть. Есть кто-то? Где? А? Черниговская. Извините, я оговорился. Слава Господу! У нас также люди из Греции сегодня есть, правильно? Помахайте вашими руками. О, благословляем. У нас также есть еще здесь брат из далекого Израиля. Можно? Благословляем. Благословляем тебя. Близкий, далекий Израиль. У нас столько много здесь людей, которые любят Израиль. И слава Господу, благословляйте, молитесь за Израиль, за людей Божьих. Хочу напомнить вам, чтобы вы наслаждались временем приготовления, потому что Бог на каждом служении что-то вкладывает. И мы проходим школу Духа. Мы не назвали, что у нас есть какие-то уроки. Урок номер один, номер два, номер три. Но вы должны знать, я это буду напоминать, что каждый урок – это школа Духа. Что-то Бог вкладывает. Мы попросили Бога однажды, чтобы Он нас учил в пути, потому что у нас нет времени оставить все дела и пойти целый год где-то учиться. В это время умрет много людей. В это время многие люди не получат нашего внимания. И поэтому мы попросили Бога, обучая нас в пути. И мы видим, это происходит. Когда я оглядываюсь назад и смотрю на то основание, которое Бог в нас закладывал последние годы, ну, у нас, мы выкладываем на сайте благословения Отца, школы разные, служения. Поверьте, я, когда смотрю эти названия, смотрю эти темы, думаю, вау, вот это такая была важная тема, как нужно ее важно людям, чтобы они услышали. Потом, а вот это вообще без этого никуда нельзя двигаться. А вот эта тема, так, ну, это вообще, это золото просто. Я помню, как мы ликовали на этой теме. А вот это,
Так это же дала ответы. Я, знаете, смотрю вот так вот, и там сотни тем. И я очередной раз себе напоминаю о том, что Бог таки обучает нас в пути. Так что это ответ для тех вас, кто может думает, а когда будет какая-то школа? А когда будут какие-то курсы об исцелении? А когда будет что-то? Приходите на каждое служение, получайте курсы об исцелении, освобождении, о силе Божьей, о том, как быть открытыми для Бога и все, что вы хотите. И практика. Слава Иисусу! Есть что-то для второй части, что-то для первой части. Сейчас я хочу поделиться второй частью проповеди «Человек Божий». У меня есть послание, которое я говорил года 4 назад, которое называется «Человек Божий». И я говорил только первую часть, потому что вторую часть я ждал подходящего времени для того, чтобы правильные люди услышали это. Поэтому тема называется сегодня «Божий человек. Вторая часть». Конечно, вам важно прочитать первую часть и выучить хорошо. Но вы найдете на... Не, это «Божий человек» — это другая тема. Это 4 года назад проповедовал в Костромейске на конференции и на других конференциях во всем мире, где я был. Сегодня Господь побудил продолжить эту тему. Я хочу молиться сейчас, потому что эта тема, она чем важна для меня лично, она для меня заложила определенные основания. И я вам скажу, когда я впервые что-то понял в отношении человека Божьего, можно исповедовать, что ты человек Божий, а можно что-то понять и начать действовать как Божий человек. Вы понимаете разницу? Говорить и действовать разные вещи. И когда я понял, с того момента в моем служении сразу на несколько уровней поднялись исцеление, чудеса, освобождение. То есть сразу уровень силы поднялся. И я это очевидно видел, потому что я помню, когда я это пережил, я сразу поехал в другую страну на конференцию. И там я уже в новом одеянии, так сказать, с новым пониманием вышел и служил. И это было просто, сразу был большой контраст. Я хочу молиться, чтобы вы услышали сегодня. И давайте вместе скажем: Господь, открой мое сердце для принятия важных истин, для того, чтобы мне измениться во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы позволяем Тебе и просим, действуй, служи нам сегодня, открывай нам. И мы все изменимся. Аминь. Слава Иисусу. Я буду сегодня много читать из первой книги Царств. Пожалуйста, откройте прямо сейчас 9 главу первой книги Царств. Если у вас электронные Библии или в бумаге, пожалуйста, рекомендую вам следить. Я буду цитировать много мест из Писаний, потому что мы здесь сейчас будем заниматься не просто ободрением, но закладкой фундамента. Я читаю 6 стих, 9 глава. «Но слуга сказал: послушай, в этом городе есть Божий человек. Он пользуется большим уважением, и все, что он говорит, сбывается. Давай сходим туда, может быть, он укажет нам путь». Это история про Саула до того, как он был помазан царем, как он пошел искать пропавших ослиц своего отца. И вот они не нашли этих ослиц, потому что они искали просто как люди. А там был план Божий, почему ослицы потерялись. И это тоже отдельная тема для проповеди. Иногда теряются ослицы с той цели, чтобы ты встретил человека Божьего, и твоя жизнь изменилась. Но возвратимся к этой истории. И они по-человечески не нашли. И тогда слуга, он сказал что-то очень важное, что не знал Саул. Он говорит: послушай, потому что они, написано, в одну землю пошли, в другую землю, то есть с одного и с другой город они ходили и искали ослиц. Но в одном из городов слуга он просто вспомнил, он сказал: послушай, в этом городе есть Божий человек. Сейчас мы здесь будем подчеркивать характеристики
Божьего человека. Потому что он был, этот человек, там, и слуга знал, как его охарактеризовать. Он не просто сказал, есть хороший человек там один. Он сказал, в этом городе есть Божий человек. Это одна из характеристик Божьего человека. Так должно быть, если в городе есть Божий человек, что в городе люди должны знать, что там есть Божий человек. И это очень правильно, и к этому нужно стремиться, чтобы в городе знали, в городе есть Божий человек. Я не говорю о саморекламе. Я говорю, если Божий человек функционирует как Божий человек, о нем рано или поздно будут в городе знать. И потом, если кто-то прибывает в город, и у них какие-то проблемы, они говорят, здесь есть Божий человек, который может решить любую проблему. Он пользуется большим уважением. Интересно, смотрите, целый город. И вот Божий человек пользовался большим уважением в городе. Это еще одна из характеристик Божьих людей. И все, что он говорит, сбывается. Это действительно превосходно. Хотели бы вы знать такого человека? Все, о чем он помолится, только скажите ему. Все, что он скажет в вашу жизнь, сбудется. О! Это еще одна характеристика Божьего человека. И сказал, давай сходим туда. Может быть, он укажет нам путь. Интересно, что к этому человеку можно было подойти. Он не просто сидел на горе, кормил и не выходил к людям. Его можно было найти, к нему можно было подойти, пообщаться, и он мог помочь. Он был открыт для людей, доступен. Он не был супердуховником, отшельником, который живет где-то там на вершине горы, и никто к нему не подойдет. Смотрите, вот это простые четыре характеристики Божьего человека. Смотрите, он реально известная личность. Известное почему? Потому что по факту, потому что он Божий человек, не потому что у него предвыборная кампания, он просто Божий человек, и это на нем наречено. Это не его самореклама. Любите меня, я Божий человек. Это факт. Если о вас начнут говорить, что это Божий человек, это лучшая награда, которая может быть у вас. Я хочу, чтобы мы кое-что прояснили. Есть определенный статус у каждого человека. Есть определенная позиция у каждого человека. И нашими делами мы зарабатываем этот статус и эту позицию. И не путайте профессиональную позицию с духовной или с жизненной позицией. Есть профессиональная позиция. Человек может быть очень влиятельным и известным и иметь очень знаменитую какую-то, или давайте скажем так, не знаменитую, а привлекательную должность или почетную должность, занимать какой-то пост, но при этом в жизненной позиции может быть очень плохим человеком. Правда? Такое может быть? И человек может занимать очень низкую позицию, как, например, ну, какой-нибудь, не знаю, дворник. Не хочу обидеть дворников, если здесь есть, это просто пример. Например, улица заметает, на нем говорит, очень хороший человек по жизни. Профессиональная позиция от жизненной позиции. Потому что люди часто себя ассоциируют только с профессиональной позицией. Извините, я директор предприятия, у меня машина, у меня дом, у меня жена, у меня есть деньги в банках. Вы что, хотите сказать, что я не процветаю? Вы хотите сказать, что я не человек Божий? Это не говорит о твоей жизненной позиции, это говорит о твоем профессиональном положении сегодня. Но если люди о вас говорят в городе, это очень хороший человек, это очень хорошая сестра. Если люди о вас говорят в вашем доме, вы знаете, это просто божественный человек. Это, они как-то говорят по-своему это, да, они, может, не применяют специальных терминов, они говорят, это Божья искра, или это просто ну, большое одно сердце, или как там люди говорят, вы сами знаете. Но если о вас говорят, о вашей жизненной позиции, это очень хорошо. Очень хорошо. Но и это еще не все. Есть духовная позиция. Если ваша не только
гражданская позиция хорошая, жизненная позиция. Но если духовная позиция такова, что о вас говорят, вы не просто посещаете церковь пастора Дмитрия, например. Ну как говорят, какую церковь посещаешь? Хожу к... имена называют. Если вас говорят, это человек Божий, это человек Божий, то, друзья, это самая лучшая награда, которая может быть. Поверьте мне, можно называться верующим, христианином, апостолом, пророком, архипресвятым, чем кем угодно можно называть себя. Это не говорит о твоем статусе. Вы слышите? Ты можешь сказать: пастор, подожди, я верующий, этого достаточно. Недостаточно. Если ты верующий, это отлично, но это не показывает твой статус. Потому что демоны тоже веруют и трепещут. То, что ты веришь в Бога, это не твой статус, это твой выбор, в кого верить. Подожди, пастор, я ученик Иисуса Христа. Это достаточно, что ты мне рассказываешь? Ученик, это здорово, это твой выбор, но это не твой статус. Потому что были разные ученики у Иисуса. И один его предал, а несколько были, отдали свою жизнь за него, нормально все. А другие вообще разбежались. Ученик – это еще не статус, не жизненная позиция. Есть разные ученики. Но если за тобой прилепилось то, что ты Божий человек, потому что ты Божий человек, вот это супер. И нормально называться учеником, апостолом, пророком. Все это нормально, но за этим есть что-то глубже. Должна быть позиция соответствующая, духовная позиция. Значит, ты должен быть ученик, который настоящий ученик, Божий ученик, пришедший от Бога. Апостол, настоящий апостол, пришедший от Бога. То есть, понимаете, да, разницу, о чем я говорю? То есть мы сейчас не о названии говорим, а о жизненной позиции и о духовной позиции, которую мы занимаем. Так вот, это мы поговорили вообще, как правильно, какие мы должны быть и что должно происходить в нашей жизни. И теперь давайте заглянем в историю человека Божьего, о котором мы говорили. Это о Самуиле мы говорили. И мне нравится Самуил, и я взял именно его для примера. Почему? Потому что, ну, есть много Божьих людей, описанных в Библии, но не все Божьи люди, описанные в Библии, провели чистую жизнь. Не все люди Божьи, описанные в Библии, не совершили ошибок. Некоторые люди Божьи совершили очень серьезные ошибки. И мне понравился именно Самуил, как пример Божьего человека, я подчеркиваю, потому что вот у него не было ни одного пятна. Ну, конечно, при желании все можно найти, но вот его личная жизнь, которая описана в Библии, не было никаких нареканий. Библия ни о чем не говорила. Там немного в конце было о его детях написано, но он там не был виноват, что его дети в конце жизни, они не понесли дальше его служение. Там не написано было, что он виноват. Но он как личность, от начала до конца, о нем все написано. Это был Божий человек и точка в прямом смысле. Давайте заглянем в историю, чтобы увидеть ключевые моменты в его служении. И научимся чему-то, потому что просто сегодня сказать: «О, Божий человек, это круто, это хорошо». Но я же не для того здесь вышел. Я вышел для того, чтобы показать, что мы можем сделать. Или можем ли что-то сделать. Первое. В самом начале мы читали вообще, как Самуил появился. И я зачитаю вам 1 Царств, 1 главу, 28 стих. Там рассказывается об Ане, о его маме, которая не могла иметь детей раньше. И вот она сказала: «Теперь я отдаю его Господу. Пусть он принадлежит Господу всю его жизнь». Первое, что интересное было в жизни Самуила, на что нужно обратить внимание, он был посвящен на служение Богу. Внимание, он был не просто посвящен, иди и служи Богу, на всю свою жизнь он был посвящен Богу. Я не могу этого вычеркнуть из его основания. Это было, и это важно. И я вам хочу сказать, что это не условие, чтобы быть человеком Божьим. Однако, это пример, как должны поступать родители со своими детьми.
если они, во всяком случае, желают, чтобы их дети были людьми Божьими, а не провели свою жизнь на задворках, на улицах. И я вас всех поощряю, чтобы вы на этом примере, если вы хотите иметь детей, то не бойтесь ваших детей на всю жизнь посвятить Богу. Это было, это в бэкграунде, это было в начале, в самом начале Самуила. Это очень важно, потому что вы поймете, что за этим дальше следовало. Что он не просто был мальчиком, как и все остальные, он был особенным мальчиком. Богу что-то сказали о нем. Бог, забери его себе. Он будет все жизни идти перед тобой. Это что-то говорит для Бога, это что-то говорит для этого мальчика и для всех остальных. И правильное решение. Всегда не бойтесь, высвобождайте детей. Я подчеркиваю, на полное, на всю жизнь служение Богу. Не переживайте, что там они дерево не посадят, и вдруг они не захотят жениться, еще что-то. Знаете, это человеческие мозги об этом говорят. Бог, Он выше и больше всего этого, и Бог, кому нужно, дает. Если надо было Моисею жену, у Моисея была жена. Если надо было, чтобы у Авраама была жена, у него была жена. Если у Иисуса не надо, чтобы была жена, у Иисуса не надо, чтобы была жена. Поэтому Бог с этим разберется. Но вот наша задача – дать детям максимально большой старт в начале, не занижать его. Если вы уже родили детей, и у вас маленькие дети, то лучше, что вы можете сделать сейчас, посвятите их на полное, на все дни на служение Богу. Это очень правильно, друзья. Дайте высокий старт своим детям, потому что Бог не играется в эти игры. Бог серьезен с этим. Всякие обеты, которые дает человек, всякие провозглашения и какая-то жертва в сторону Бога, Он всегда это принимает. Вы знаете, что мои дети, и старший ребенок, и младший ребенок, они столько раз были посвящены Богу. Я их даже не спрашивал, хотят они это или нет. Я заходил в свою тайную комнату, я просто кричал перед Богом: мои дети все дни будут за тобой идти. Они никогда не свернут. Не дай им это сделать, и я им не дам это сделать. Я лягу перед ними, и не дам им свернуть с правильного пути. Это высокий старт. Ниже нельзя. Если ниже, ваши дети будут постоянно бороться с миром и с Богом. Дайте высокий старт и вложите их в руки Бога. И тогда вы сможете более быть спокойными, дрейфовать более спокойно. Второе, то, что мы увидели, я читаю снова из этой книги «Царств», 2 глава, кто следит, 21 стих. Откройте, 2.21. «Господь был милостив к Анне, и она зачала и родила еще троих сыновей и двух дочерей». О, хорошая новость. Она не просто потеряла сына, она дала на служение Господу. Еще пятерых детей Бог дал ей. О, супер. Тем временем Самуил рос в присутствии Господа. Скажите кому-то, кто рядом. Самуил рос в присутствии Господа. Это важно, потому что не все дети были как Самуил. Некоторых детей просто приводили один раз в год в храм, чтобы на праздник, или вообще не приводили. Самуил рос каждый день в присутствии Господа. Это очень важно. Еще одно место из Писания, там же, 3 глава, 3 стих, 1 царство. Светильник Бога еще не сгорел, не догорел, и Самуил, послушайте, лежал в храме Господа, где находился ковчег Бога. Это очень интересно. Самуил был даже мудрее, чем Илий священник. Самуил спал в храме, там, где ковчег Бога. Я не знаю, кто ему об этом рассказал, что это нужно делать. Но когда к нему проговорил Господь, он его нашел именно там. Он там к нему начал говорить. Я вам скажу, что это означает. Мы говорим о том, что было в основании людей Божьих. И вы можете взять себе это за примеры. Я вам скажу, я это себе беру за примеры. И очень внимательно стараюсь этому всему следовать. Так вот. Вот эта леди, которая уже больше, ладно, некрасиво, да, называть года, но она еще не старая.
Но когда ей было еще 8 лет, 7, 8, 9, она росла в присутствии Господа. Потому что каждый вечер мы собирались вместе, и мы не спрашивали ее, желает она или нет. Мы знали, это для нее высокий старт. Она Божий человек, она должна будет находиться там. И она вместе с нами, на руках у нас засыпала, она вместе с нами молилась, она вместе с нами слушала, поклонялась. Она много времени провела в присутствии Господа. На всех служениях была, все дни нашей жизни она с нами, на всех конференциях, служениях, где мы только можем, ее берем. Это правильно. Сегодня она имеет прекрасного мужа Божьего человека, и они вместе верно служат Господу. То есть это хороший вклад, правильно? Это хороший вклад. Я провел очень много времени в присутствии Господа, друзья. Я просто бросаю вызов. Мы хотим быть Божьими людьми. Мы должны понять, как эти Божьи людьми, как, что происходило, какие были действия в жизни этих людей, что было, что происходило в их жизни, что они делали. Я помню, когда мы начали ездить в Торонто, Церковь Пробуждения, я вам скажу, какие мы сумасшедшие вещи делали. Мы понимаем, нам нужно быть в присутствии Его как можно дольше. И вот заканчивается служение. Мы находили места специально и где-нибудь ложились между рядов, прятались, чтобы там просто лежать и спать до полуночи, не выходить из этого зала. Я вам скажу, здесь есть сила. И немногие из вас остаются здесь дольше, чтобы побыть в этой силе. Некоторые очень быстро убегают, а других приходится выгонять. Некоторые уже убегают с первой части. А почему? А здесь же есть сила. А здесь же Бог творит чудеса. А может, нужно на этой святой пыли как можно дольше полежать? А может, нужно, если тебя Бог касается, сесть и сидеть до упора, пока тебя за ухо не выведут с этого зала, принимать? Я помню, мы подошли к администрации церкви Торонто и говорим, мы понимаем, что на сцене происходит вообще всегда самая моща, там проповедники проповедуют, там молятся за людей. И мы, пожалуйста, мы выпросили у администрации церкви одну ночь спать на сцене. Представьте, люди заплатили за гостиницы большие деньги, где душ, все условия. И мы счастливые такие, одетые, обутые, на сцене, там в Торонто, представляешь? Вот. Умастились и просто счастливые спали на этой сцене. То есть мы пропитывались. И мы все делали, что мы только могли. И очень часто нас уже последний охранник, кто до конца, которым закрывал все двери в церкви, уже в 3 ночи, в 2, подходит нас. Sorry, sorry. Но ведь мы украинцы, не понимаем. Он там показывает. Мы, ну ладно. Друзья, я много времени провел в присутствии Господа. Нельзя это вычеркнуть из моей биографии. И я никого не буду обманывать. Это сыграло свою роль. И играет свою роль по сей день. Поэтому выводы, какие правильные решения. Смотрите, Самуил, вот, это было в его бэкграунде, то есть в его прошлом это было. Он, ежедневно написано, был в присутствии Господа. Он просто спал в храме. Значит, делайте все, что вы можете, чтобы чаще и больше быть в его присутствии. То есть, находясь в его силе. Вот почему на нашем сайте создали такие разделы, как круглосуточное поклонение. Молитвы круглосуточные, плейлисты поставили. Чтобы вы могли включить, оно целый день идет. То есть делайте что-то у себя дома, делайте что-то на работе, делайте что-то в своей жизни. Ходите по улице и говорите. Один служитель когда-то, он это практиковал. И он говорил, я постоянно был в присутствии Господа. Он говорит, я как будто бы на конференции всегда. Что он делал? Я с ним был на конференции, мы везде идем. Он сам американец, он thank you, Jesus, везде. Аллилуйя, holy, holy. То есть он все время, слава тебе, Господь, слава. Где-то сели, ложку берем. Иисус, спасибо, слава. Знаете, можно сказать, что человек неадекватный. Типа, это не служение, расслабься, кушай спокойно, котлетки и все. Он говорит, я никогда так не был наполнен Богом, как в эти периоды, когда я начал это делать. То есть постоянно фокус на Боге. Если у тебя фокус на Боге, фокус Бога будет на тебе, этот прожектор будет на тебе постоянно, и ты будешь постоянно пропитываться его силой, его присутствием. По поводу его силы, его присутствия, находясь в нем, я вам даю рекомендацию. Вы знаете,
Это нельзя сделать искусственно. Этого хватит на один день. Надо просто осознать, чего это тебе будет стоить, но чем это закончится для тебя. Закончится для тебя это намного больше, чем то, чего это тебе будет стоить. Вы слышите? Это небольшая цена за то большое, что ты получишь. Я знаю, что мы все заняты, но я надеюсь, что после этого собрания хотя бы один человек уйдет домой и скажет: «Пастор, ты меня зацепил сегодня. Я начну это делать снова. Пастор, ты бросил меня вызов. Я это сделаю. И это моя цель». Потому что когда-то жизнь мне бросала вызовы. И эти вызовы бросили меня в молитвенные комнаты, в тайные комнаты, бросила меня жаждать искать Бога. Это были лучшие времена, когда я нашел большинство своих откровений и положил самые мощные камни в своем фундаменте. И прямо сейчас давайте закроем глаза, я хочу помолиться о вас, потому что многие проходят сейчас большие вызовы. Бог вам, знаете, допустил в вашу жизнь такие приключения. И я хочу, чтобы вы увидели все с другой стороны, чтобы эти вызовы бросили вас в тайную комнату, бросили вас в страсть, в жажду по Богу, бросили вас к Его ногам, к Его престолу, чтобы трудности вас не разрушили. Господь, я молюсь о тех людях, которые проходят прямо в эти дни, проходят какие-то вызовы, какие-то сложные моменты, разбираются с какими-то проблемами в жизни. Я молюсь, чтобы Ты помог им извлечь из этого огромную выгоду, чтобы это привело людей не в депрессию, не наоборот, в грех, чтобы это повело людей в страсть, в жажду, в близкие отношения, в поиск Твоего лица. О, Господь, я благословляю каждого человека, кто каким-то образом сегодня ищет выход из ситуации, чтобы каждый человек нашел этот выход в Твоем присутствии. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Так что здорово, что Самуил был посвящен Богу и провел время в присутствии. И, может быть, вам нужно будет сделать такое посвящение даже для самих себя. Не только для детей. Я бросаю вам вызов, посвятите себя. Жизнь, она не так уж и длинна. И у кого-то из нас уже морщины, которые не замажешь кремом. И для нас это вызов, что нам нужно что-то изменить в нашей жизни, и нам нужно спешить. Потому что мечта быть великим, большим, в хорошем смысле, она как песок в песочных часах, быстро уходит. И нужно сегодня что-то начинать менять. Следующее, 1 Царств, 3 глава, 10 стих. Я увидел третью вещь из пяти, которую я обнаружил в жизни этого Божьего человека, которую, я считаю, она присутствует в жизни каждого Божьего человека. Первое царство. Мы только с первой читаем царств. Третья глава, 10 стих. Просто мы подряд читаем и все. Перелистывайте странички и все. Господь пришел и встал там, призывая в первый и во второй раз: «Самуил! Самуил!» Тогда Самуил сказал: «Говори, твой слуга слушает тебя». Знаете, я обнаружил, что в жизни каждого Божьего человека была подобная ситуация, когда Бог ему говорил что-то о его предназначении. Есть личные вещи, которые Бог говорит, где Он тебя хочет и в чем использовать. И это очень важно. Изучите жизнь любого Божьего человека, вы найдете такой подобный момент, когда Бог что-то конкретное говорит человеку о его жизни. Я считаю, это очень важно. И я в свое время получил очень много слов, которые меня сегодня поддерживают, и по пути, который Бог уже предрек, идти намного легче, чем путь, который ты сам пролаживаешь. Но вот что я заметил. Все эти слова, которые Господь говорил лично ко мне, они были сказаны в те моменты, когда я самое больше его искал. Когда Бог проговорил к Самуилу:
когда он, это был в тот момент, когда он лежал в храме, когда он спал в храме, все духовные, глубокие, великие вещи, которые Бог говорил для моей жизни, они были произнесены в моменты, когда я больше всего искал Его, жаждал, когда я больше всего вопиял, больше всего посвящал себя молитве. Почему это вам говорю? Это ключи, как начать слышать реальный, настоящий голос Божий, который ты не будешь путать ни с чем, который будет говорить в твою жизнь не просто какие-то вещи, такие поверхностные. Я люблю тебя, ла-ла-ла, все хорошо, солнце светит, иди, иди, все, не отвлекай меня. Когда ты будешь слышать настоящие вещи, Бог будет говорить, ты будешь таким-то, таким-то человеком, ты поедешь в такой-то, такой-то город, у тебя будет такая-то жена, столько-то детей. Интересно, что человек, который я очень уважаю, это пророк Тебе Джошуа, когда он был в уединении, молился, много лет не был женат, чтобы вы знали. Он просто отрекся от всего и был у себя там в джунглях, у него был дом, и он просто там молился. И мы видели это место, у него все было описано всякой символикой христианской, кресты разные, статуи, барельефы, все было лепнина всякая, везде Иисус, ученики, все, везде. Что... Он говорил, мои глаза всегда смотрели только на то, что есть в слове. И джунгли, и все. Везде у него были картины, везде он сам еще рисует, он нарисовал что-то из этого сам. И вот он даже не думал о жене, и однажды, когда он молился, Бог ему сделал сюрприз. Вот, иди, к тебе пришла женщина, иди поговори с ней. Вот, только будь с ней мягок, потому что она будет твоей женой. Он, не хочу. Он, иди, я к тебе привел жену. И он не хотел просто идти к ней. Настолько человек был посвящен Богу. Но Бог ему реально говорил, и он послушался Богу. Он пришел, и она там, вот, та-на-на-на-на, вот ты меня на сердце. Он, Бог сказал мне, ты будешь моей женой. Все, не переживай, все нормально. И, ну, вот у него теперь хорошая жена, дети есть. Ну, о чем я хотел сказать? Есть вещи, когда Бог настолько конкретно говорит, настолько четко говорит, что ты уже не будешь сомневаться и бросать кости, Бог это или не Бог. А часто еще люди подходят тебе и говорят, слушай, мне вот Бог сказал, вот я хочу тебе рассказать, ты помолись, Бог мне или не Бог сказал. Вот. Хорошо, когда Бог говорит так, что тебе не нужно плоть и кровь, чтобы подтвердить это. И, друзья, вот это третье, что я нашел. Вот Самуил услышал призыв Бога. Я вам бросаю вызов. Вот я эти вызовы слышал в своей жизни, и Божьи люди слышали эти вызовы, когда они искали Бога. Это ответ для тех из вас, кто говорил, почему я не слышу, почему я не получаю. Идите в близкие отношения с Богом. Идите на длительное уединение с Богом. Не бойтесь этого. Мне еще больше уважения к этому человеку, который на полгода ушел туда в джунгли, чтобы молиться и искать лица Божьего, оставив тысячи людей. Закройте ваши глаза. Господь, я молюсь сейчас о тех людях, кто меня слышит, и кто и жаждался по Твоему голосу, кто перестал его слышать в суете, кто перестал различать Твой голос. Я молюсь прямо сейчас о том, чтобы Ты повел, дал эту страсть и желание, повел в уединенные места. То, что делал Иисус, то, что делают все Божьи люди, чтобы Ты повел в уединенные места. Пошли это непреодолимое желание пойти в эти уединенные места и там встретиться с Тобой, встретиться так, чтобы уйти оттуда. Не с какой-то поверхностной информацией, но уйти словами, которые повлияют на всю жизнь. Боже, пошли эти желания, потому что Ты живой, Ты реальный, Ты хочешь общаться, Ты не хочешь скрываться от нас. Это мы скрываем свое лицо от Тебя. Я прошу, зажги эту жажду. Зажги это огромное желание для тех людей, которые страстно, они так хотят слышать Твой голос. Пошли это откровение, что это не в суете все происходит. Нужно пойти и уединиться. Нужно пойти к Нему и быть с Ним. Он ревнует нас. Он ревнует нас этому миру. Он не собирается нас делить с этим миром. Во имя Иисуса я вас благословляю. Слава Господу! Последнее, предпоследнее, четвертое, то, что я увидел в истории с Самуилом. Самуил возвращал Израиль к поклонению и служению Богу.
Он возвращал Израиль к служению реальному Богу и к поклонению только Богу. Вы знаете, Божий человек – это не просто синоним слова «служитель», «помазанник». Потому что я понимаю, кто-то, может быть, после сегодняшнего служения и поменяет риторику, будет говорить теперь: я не брат, я не христианин, я Божий человек. И ну, не в этом смысл, не в том, чтобы просто поменять риторику и по-другому себя называть. Понимаете, в чем смысл? Вот, что там сущность другая, да, у Божьего человека. Вот даже то, что я сказал уже, смотрите, вот эти люди высвобождены на полное служение. Вот это очень важно. Потому что какой же ты Божий человек, если ты, ну, 90% в миру живешь, а потом только приходишь на служение и говоришь: я Божий человек. Ну какой же ты Божий человек, правда ж? Ну это же не Божий человек. Ты хочешь быть, но это не значит, что ты Божий. Божий значит Божий. Божий значит от Бога. Божий значит, люди скажут: все, что ты делаешь, ты Божий человек. Даже если ты работаешь на работе, но все остальное, что ты делаешь, ты Божий человек. Мы узнали, что Божий человек, он реально, он получает от Господа. Это важно. Если ты живешь в суете, ничего не получаешь от Бога, ну как все твои слова будут исполняться? Помните характеристика Божьего человека? Все, что не говорит, исполняется. Великое уважение всего народа. Почему? Потому что Божий человек получает слова от Бога, говорит, они же работают, потому что о Самуиле сказано: во все дни его жизни не было ни одного слова, которое бы не исполнилось. Представляете, какой точно был человек, почему я взял его за пример. Не было ни одного слова, которое бы он сказал бы или помолился, не исполнилось. Также сказано, что во время того, как он был судьей Израиля, пока они не попросили царя, Бог сделал так, что у них были сплошные победы, и перестали филистимляне вообще приходить и воевать. То есть это был мир для Израиля. Это было самое спокойное время, друзья, когда Божий человек у народа, когда Божий человек в народе. Так вот, если ты не приходишь с Богом, не общаешься, да, у тебя нет с Ним личной встречи, нет слов, которые от Него получаешь, но это просто, ну, не, это не будет по-настоящему, что ты Божий человек, да? Ты будешь приходить, и тебе нечего будет давать. Так что запомните это. Он не просто носил титул. И вот все люди, которые стремятся быть Божьим человеком, не по исповеданию, а по факту, имейте в виду, он возвращал народ Израиля к Богу. Я уже не буду читать просто. Запишите, кто просто конспектирует. Это 1 Царств, 7 глава, почитайте. Там описана реальная ситуация, когда филистимляне пришли и все, окружили Израиль, то они: «Самуил, Самуил, начни Бога взывать». Они просили: «Взывай и не прекращай, потому что нас пришли и окружили». Он им сказал: «Так, я вам скажу, что нужно сделать. Разрушьте идолов, разрушьте высоты все, начните поклоняться Богу». То есть он их привел в правильное отношение с Богом, народ. И вы знаете, они это сделали. И Бог удалил от них филистимлян полностью во все дни, покуда жил Самуил. Господь, спасибо Тебе за то, что есть Божьи люди. И мы хотим быть такими людьми. Мы хотим быть людьми, которые возвращают грешников на пути жизни. Которые возвращают Божьих людей на Божьи пути, как это сделал Самуил. Мы хотим быть людьми, которые приносят Твои слова на эту землю, которые делают то, что Ты бы делал на этой земле. И сделай нас такими людьми во имя Иисуса Христа. Аминь. Это было четвертое. Возвращайте людей к Богу, тогда вы Божий человек. Пусть люди, которые вас знают, они с вами пообщались, и они понимают: о, я так больше не могу жить. С этим человеком нельзя просто посидеть, посплетничать, погрешить. Он с ним, мне с ним некомфортно. Он меня постоянно тащит к Богу. То есть с ним просто нельзя общаться. С ним заражаешься, и ты идешь на молитву, ты идешь. Это просто опасный человек. Вот это характеристика людей Божьих. И последнее, пятое, что я увидел в его жизни. Запишите, кто пишет. Самуил жил как человек Божий. Такая мелочь. Вот это я прочитаю, потому что мне это понравилось. Я читаю с 12 главы, с самого начала, первый стих. Самуил сказал Израилю:
Что произошло вообще? Они сказали, мы хотим царя. Помните, да? Вот просто им захотелось царя. И он пришел, им сказал, а вы согласны с тем, что будет происходить? Царь будет то-то, то-то, то-то делать, налоги с вас брать, все. Они, так, Самуил, написано, не захотели его слушать, давай нам царя. Хорошо, будет вам царь. И вот он пришел к ним с речью. Внимайте, внимание. Самуил сказал Израилю, я послушался вас во всем, что вы мне сказали, и поставил над вами царя. Теперь ваш вождь царь. Он стоял вместе с Саулом. А я стар и сед, но мои сыновья здесь с вами. Я был вашим вождем с юности до сегодняшнего дня. Внимание. Вот я, свидетельствуйте против меня в присутствии Господа и его помазанника. Чего вола я взял? Чего осла взял? Кого обманул? Кого притеснял? У кого брал взятку, чтобы ею закрыть себе глаза? Свидетельствуйте против меня, и я верну вам то, что взял. И они ответили, ты не обманывал и не притеснял нас, ответили они. Ты ничего ни у кого не брал. О, друзья, вы видите, это не титул. Это не просто красивое название, которое можно себе взять. Божий человек, он живет, как подобает Божьему человеку. И чтобы вам было понятнее, Библия неспроста описывает детали. Не просто они сказали, иди, все нормально. Они озвучили, ты не отнимал чужого имущества. Просто где-то себе это вот пропишите. Ты не отнимал чужого имущества. То есть, если вы хотите жить как Божий человек, никогда с кем-то не ввязывайтесь в что-то, что вы будете отнимать его имущество. Никогда. Он не обманывал людей. Он сказал, кого я обманул? Слово «обманывал» в иврите очень интересное, но означает отнимать плату. Здесь говорится даже не о словесном обмане уста, а говорится отнимать плату, забирать что-то вознаграждение, эксплуатировать кого-то. То есть он не пользовался людьми ради своей выгоды, ихними деньгами. Также сказано, что он не притеснял людей. И слово «притеснять» это в иврите означает угнетать людей. То есть взять человека и гнобить, угнетать его, изгонять его. Вот. И последнее, он не принимал взяток. О каких-то взятках говорится, он говорил, не закрывал глаза взятками. Он был судьей народа. Что такое судья? Это люди к нему приходили, у них была какая-то, ну, кто-то у кого-то волал. Заблудился волк, и он сказал, это мой, тот, нет, это мой. И получается, он настолько правильно судил, что его нельзя было просто купить, дать ему кусок мяса от этого вола и сказать, мы поделимся с тобой. Я перечислил вам 5 вещей интересных, ключей, которые я нашел в жизни Божьего человека. Кто из вас внимательно слушал? Давайте озвучим 5 вещей, которые так хорошо, если бы эти вещи присутствовали в нашей жизни. Первое, он был человеком, посвященным Господу, служить все дни жизни. Можете сказать, что это не важно, а я вам скажу, это важно. Вот стоит человек и говорит, я Божий человек, и я вам скажу, мне важно посмотреть, он служит просто по воскресеньям, или это вообще его образ жизни, он слуга людям на всю свою жизнь. Это не только для меня важно, это для Бога важно и для вас важно. Правда? Посвящайте своих детей Богу, не бойтесь. И посвящайте себя Богу и следуйте этому посвящению. Второе, что я говорил, что мы нашли еще в его жизни. Постоянно, и это не случайно, не просто так. Вы знаете, годами быть в присутствии Бога, это что-то значит. Это чем-то хорошим закончится в вашей жизни. И уж если у нас... Мы не усподобились такой привилегией годами спать в храме Божьем.
Но у нас есть всегда возможность начать с сегодняшнего дня находиться чаще и больше в присутствии Его, в Его силе. Окружите себя этим везде. В транспорте, одевайте наушники, слушайте помазанную музыку дома. Пусть у вас всегда звучит поклонение. Некоторые сестры мне рассказывали, засыпают под поклонение, под Библию. Знаете, я не знаю, наверное, вы не высыпаетесь, но возможно, мне кажется, это человеческое объяснение. Мне кажется, вы хорошо насыщаетесь в это время. И можно все, что угодно делать. Я знаю людей, которые, они садятся в кафе, кушают, они ложат возле себя планшет, что-то, включают музыку поклонения. Я знаю, люди стараются сделать все. Я знаю люди, которые, они стараются погружаться в Бога, чтобы максимально быть в Его присутствии. Я знаю людей, которые убегают со служения еще с половины. Я знаю людей, которые сидят вот там во время служения, вот там мобилки играют. Но кто-то, я знаю, сидит и помазывается, кто-то сидит и ловит каждую минуту, кто-то ждет, только бы служение не закончилось, только бы не закончилось. Они не ждут, пока будет обед, они ждут, только бы не закончилось, потому что они себе чувствуют силу Божью, и они берегут каждое это мгновение. Они даже больные, они волочат ноги в служение, потому что они понимают, я хочу его присутствия. Это было второе. Стремитесь, ищите это. Это важный элемент в жизни помазанного человека, Божьего человека. Он должен где-то помазываться. И чем больше, тем будет лучше. Третье. Бог проговорил к нему. Это есть элемент в жизни каждого Божьего человека. Бог что-то ясно говорит этим людям. И для Божьих людей это важно, потому что они ведут за собой других, потому что они говорят слова, и эти слова должны исполняться, и они будут исполняться, если они пришли от Бога, вы понимаете? И Божьи люди, они должны иметь слова, которые приходят от Бога, и для своей жизни, и для жизни других. Это очень важно. И это непозволительная роскошь не иметь этого. Ты не можешь говорить, я Божий человек, а тебе нечего сказать людям. Это непозволительная роскошь. Мы должны быть людьми, должны быть такими людьми, как о нем было сказано, пошли в тот город, человеку Божьему, он нам подскажет, даст нам выход. И он их встретил, он дал выход, он сказал, за ослиц не переживайте, отец уже нашел, пойдемте, я вам расскажу, что будет. То-то, 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 все рассказал, потому что он все это получил от Бога. Что мы должны делать для того, чтобы хорошо слышать Бога? Что? Простые вещи. Ну, чаще быть с Ним, жаждать, искать, горячим быть. И приходить, слушать Его, не в суете, приходить в уединенные места и слушать Его. Ну, все просто. Молодцы, вы знаете это. Четвертое. Что мы нашли еще в жизни этого помазанника? Во время Его судейства, то есть когда Он был этим Божьим человеком, над израильским народом не было войн. Люди поклонялись Богу. Почему? Потому что там сказано конкретно, он встал и обличил народ в грехе и привел их к живому Богу, прямым отношением. И они его настолько все уважали, что написано, я просто не читал многих мест, что без него даже есть не садились. Когда проносили жертвы Богу, они ждали, пока Божий человек не придет, первый не покушает. Весь город он не кушал, пока Божий человек не вкусил, потому что его сильно уважали и ждали его благословения пищи. Это было четвертое. Что мы будем делать, зная это? Что мы должны людей приводить к живым отношениям к Богу. Наше служение – это не просто создать страницу, назваться Божий человек и ездить по всему миру, просто делиться какими-то откровениями. У нас должна быть коренная, глубокая цель – возвращать людей к Богу, близким отношениям. Мы должны брать людей и делать вот так им. Вставай, иди к Богу. Сколько можно заниматься этими мелкими делами? Сколько можно быть курицей? Ты должен быть орлом. Сколько можно заниматься этими плотскими вещами? Ты Божий человек. Встань на свои ноги. То есть вот Божьи люди. Они возвращают людей к Богу. Аллилуйя. И последнее, пятое. Они своей жизнью, они должны жить, как подобает человек Божий. Не пользуйтесь людьми, ихними деньгами. Не крадите у них их имущество, их вещи. Не притесняйте их, не давите, не ломайте их. Там слово иврите называется «ломать».
не ломайте людей. Если они там не согласны с вами, да благословите их и все, но не ломайте их. И что еще было сказано, еще последнее. То есть невозможно подкупить таких людей. Божий человек, к нему подойдешь и скажешь: слушай, меня вот эта сестра обидела, вот ты с ней разберись. Не купишь ты этим Божьего человека. Не купишь. Давайте встанем на наши ноги. Извините, мне пришлось долго проповедовать, потому что это очень большая тема. Но я хотел, чтобы вы для себя взяли сегодня очень серьезный урок. То, что я вам рассказал, вы знаете, эти пункты, они бросили вызов в мою жизнь. Эти точки, ключи, их можно назвать как угодно, они бросили вызов в мою жизнь. Много лет назад я получил откровение. Это откровение, оно теперь, как вам сказать, оно не дает мне нормально жить, потому что ты себя постоянно сравниваешь, и это хорошее сравнение. Ты что-то собираешься делать, а потом говоришь: о нет, так Божьему человеку нельзя поступать. Тебя куда-то втягивают, и ты говоришь: не-не-не-не, Божий человек так не должен в это втягиваться, не-не-не, все, успокойся. Что-то происходит, и ты себя... Нет, тебе это не позволено уже. Потому что ты сказал, ты Божий человек. Дотягивайся. Я хочу молиться сейчас о вас. Может быть, сегодня кого-то я расстроил. Если я вас утомил, это неплохо. Главное, чтобы вы взяли что-то хорошее для себя сегодня. Но если я вас расстроил, то это тоже неплохо. Вы можете расстроиться по двум причинам. Первое, это будет неправильное расстройство. Ты разрушил во мне. Все хорошие, правильные ожидания. И я понял, что я не дотягиваю. Это неправильное расстройство. И есть другого типа расстройства. И я ожидаю, что вы уйдете с таким расстройством сегодня на обед. Это расстройство по тому, в каком состоянии я сегодня нахожусь. И кем я должен быть. Это состояние, на самом деле, кем я могу быть. Вы знаете, наши города не нуждаются просто в людях, которые будут ходить: я верующий, я верующий. Да они все насмотрелись уже верующих. Людям нужны люди Божьи, у которых будет авторитет Божий, во время правления которых войн не будет, во время правления которых грешники каятся, а Божьи люди, которые уходят с правильного пути, возвращаются на путь Божий. То есть во время, когда люди Божьи в городе, это просто прекрасно. Тогда другим вот обратиться к ним и получить ответы. Тогда люди знают, что есть человек, который есть слово от Бога, можно к нему прийти. Богу нужны такие люди в каждом городе. Богу нужны тысячи таких людей, не один человек. И если вы сегодня чувствуете неудовлетворение, если я вас сделал несчастными от того, что я сказал, я счастлив. Вот. Я счастлив, если сегодня вы просто очередной раз скажете себе: я перестану быть этой тряпкой. Я перестану снова вести эту такую жизнь ползучую. Я должен парить, как орел. Я намного больше. Закройте ваши глаза. Я хочу просто провозглашать сейчас, пророчествовать вашу жизнь. Я хочу высвободить вас. Потому что я говорил сегодня к вам. Я не говорил сегодня в микрофон. Я не говорил к твоему соседу, я говорил к тебе сегодня. Потому что, может, кто-то проигнорирует это слово, но это слово для тебя сегодня. Не опускайся на нижние стандарты. Жизнь постоянно нас будет опускать на нижние стандарты. Даже не нужно будет трудиться. Всегда смотри на высокие стандарты. И не гоняйся за титулами, быть пастором, епископом, пресвятым. Не гоняйся за этим. Старайся, чтобы твоя сущность была такой, чтобы о тебе сказали: это человек Божий. Чтобы тебе говорили: этот человек пользуется большим уважением в городе. Чтобы о тебе говорили:
любое слово и молитва этого человека исполняется. Чтобы о тебе говорили, давай обратимся к этому человеку, и он покажет нам путь. Друзья, это вот это то, что должно быть в нашей жизни. Я вас благословляю во имя Иисуса. Я высвобождаю вашу жизнь. Это огромное желание начать снова. Если кому-то нужно, посвятите свою жизнь. Если кому-то нужно, пойдите в глубокое, длительное уединение. Если кому-то нужно, перекройте свое расписание, измените свои рабочие часы. Если кому-то нужно, сделайте все, что только нужно для того, чтобы делать все, чтобы стать тем, кем Бог хочет, чтобы вы были. Господь, я молюсь, чтобы у каждого человека, кто меня слышит сегодня, было откровение, чтобы каждый унес откровение, что за всеми этими разговорами и красивыми названиями «Человек Божий» есть глубокая внутренность. Это люди, которые проводят время с тобой, люди, которые принимают от тебя. И пусть придет это откровение, что каждый из нас, мы можем быть таким человеком. Бог не избирает себе отдельных людей. Эти люди сами становятся Божьими людьми. И я тебе пророчествую. Начни делать даже маленькие вещи. И ты увидишь большие результаты. Потому что время малое, Бог дает ускорение. Бог не требует от тебя, от Моисея, пойти на 40 дней на гору и не есть, и не пить там. Бог не требует от тебя сверх твоих возможностей. Возможно, твоя гора, это будет 1 час утром с Богом. Возможно, твоя гора, это отменить одно служение, которое это лишнее, плотское, человеческое. Может быть, твоя гора, это твой компьютер, который нужен просто убрать. Не знаю, у каждого будет своя гора, которую нужно будет сдвинуть. Во имя Иисуса я высвобождаю вас. Я высвобождаю, пусть растворится это слово, это послание. Пусть появится жажда. Во имя Иисуса. Я попрошу вас найти человека, кто рядом, и давайте помолимся друг другу. Положите просто свою руку или дотроньтесь, или протяните свою руку, как вам это удобно. И давайте попросим: Отец, Отец всемогущий, я прошу, чтобы человек, за кого я молюсь, о нем сказали: это человек Божий. Я молюсь, чтобы об этом человеке сказали: каждое слово этого человека исполняется. Я молюсь, чтобы об этом человеке говорили: о, этот человек уважаемый, очень уважаемый в том месте, где он живет. Я прошу, чтобы об этом человеке говорили, что пойдем к нему, и к нему можно пойти. Он доступен, открыт, и он укажет нам путь, он подскажет нам, куда пойти. Помолитесь по теме, попросите, чтобы Бог завершил то, что он начал в жизни каждого из нас. Потому что Он предназначил вам быть не меньше, чем людьми Божьими. И Иисус был примером человека Божьего. Все, что я перечислил, это было в служении Иисуса. И это стандарт, ниже которого нам нельзя опускаться. И скажите кому-то с верой: ты человек Божий. О, я благословляю тебя, человек Божий. Давайте по вере это говорить. Спасибо, Иисус.
Теперь еще одна минута, и мы пойдем на перерыв. Закройте ваши глаза и произнесите Господу опасную молитву. Вот какая-то молитва. Господь, сегодня покажи мне первые действия, которые мне нужно будет сделать после этого собрания. И я их исполню. Попросите, но будьте готовы исполнить. И, пожалуйста, сделайте это. Вы посмотрите, как начнется ваше большое восстановление. Вы посмотрите, как начнется большой прогресс. Скажите это Господу. И послушайте. Послушайте буквально одну минуту Его. И запишите это. То, что вы получите. Господь, Ты наш Царь, и мы сами не принадлежим Тебе. Мы не просто говорим, что мы хотим быть Божьими людьми, мы говорим, мы подчиняемся Тебе и говорим, скажи, что нам делать. Несмотря на все ошибки, все неудачные какие-то попытки наши, на непостоянность нашу, несмотря ни на что, мы снова и снова просим, скажи нам, что нам в самое ближайшее время, сегодня, завтра, нужно делать. Что повелишь делать? Послушайте его. Закройте глаза, чтобы вас никто не отвлекал.